Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Ефремова Анна Алексеевна. Моя следующая лекция будет посвящена учету металлолома. Мы поговорим о том, как учитывать в бухгалтерском учете металлолом, который организация получает в процессе демонтажа, ликвидации, в том числе частичной ремонта, реконструкции основных средств. И поговорим о том, как облагается НДСом реализация этого металлолома. Смотрите на видеоконсультанта.